Всем привет, с вами Позитив, это MobGame. И сегодня у нас игра, которую, по-моему, все в нее играли на кнопочных телефонах, в маршрутке, в туалете, на уроках, везде. Кстати, хочу сказать по поводу предыдущего обзора. Чего у вас так всех вызвал Батхёрт? Мои слова, то, что игра мне не понравилась. Мне. Да, мне кажется, что игра полнейшее говно. Я ожидал реально чего-то большего от Железного Человека. Да, можно любую игру, конечно, полить дерьмом, но, повторюсь, мое личное мнение о Железном Человеке 3, что это игра фигня. Вот. У вас тоже, я надеюсь, есть свое мнение, да? И хорошо, что вы его выражаете. Ну, давайте перейдем к игре. Все, наверное, помнят, как она называется. Конечно, это Doodle Jump. Я даже, наверное, не буду вставлять слова. Ну, буду ее название вставлять. Так, вот обучение. Правда, на планшете не очень удобно. Тут нужно именно направлять, куда вы будете стрелять, ну, пальцем туда нажимать. А в некоторых случаях это не очень удобно. Так, блин. На кнопочном все было легче. Кто со мной согласен, ставьте лайк. Интересно, а есть какие-нибудь про тут? Ой. Блин, так сразу вспоминается, когда играешь в эту игру. Всякие эти монстрики. Как ты умирал. Из-за какой-то вот фигни. Или помните, там эти моменты были затруднян. Вот я упал. Ведем свой ник. Не полностью русифицированная игра. Так. Но все равно. Я думаю, все помнят, как сидели там, играли. Блин. Сразу упал. Лол. А еще я помню, у нас в классе мы соревновались, у кого больше рекорд. Вот. И все так пытались взять рекорд там. В общем, было круто. А потом сенсорный телефон на них. О, как мне повезло. О, нифига. А потом сенсорные телефоны появились. Так, пошел отсюда. Так. Да, сенсорные телефоны появились. Эта игра перестала быть популярной. Да и сейчас, я думаю, она не будет такой популярной, потому что управление уже не то. Все сложнее и сложнее, кстати, в нее играть вот так вот, наклоняя экран. Я вообще надеюсь, вам хоть что-то видно. Так, вот мы сегодня поностальгировали. Так, ракета была. Ай, нуб я. Ладно. Завтра мы тоже поностальгируем. И все-таки кому Железный Человек не понравился, давайте решим вопрос мирно. Потому что я что-то посмотрел, все так агрятся. Вот, дизлайки ставят. В общем, подписываемся на канал. Если вам понравилось это видео, ставим большие пальцы вверх. И всем пока.